Всем привет, друзья! С вами Вула и Маша. Тоже Вула, но Маша Вула. Сегодня мы будем катать Overcooked. Ну-ка, повтори. Overcooked. Да. Игра про готовку, про то, что Маша не хочет делать. Никогда. Прям никогда. Ну, не хочется. Никогда же. Я хочу быть трехцветным котом. Пожалуйста. О, вот этим вот. Смотрите, какая у меня боевая мордочка. Как он забавно говорит. То есть, по-моему, лук разговаривать должен. Это тыква вроде бы. Это лук. Похоже на лук. Господи, это лук. Да, это будет все на лук. Я все это время думала, что это тыква. Пирожомби. Кстати, мне что-то сегодня снилось про кладбище. Я экстрасекс. Я предвидела эту игру. А мне сегодня секс снился. Где мой секс? Сам виноват. Да, чё, мы вот стримим, они... Огурец пока не трогал. Давай резай! Ну, блин! Оно у тебя подсвечивается, на какой ты ставишь. Так, еще помидор поставлю. Пусто. Да, нам надо все теперь, огурец и капуста еще не нужна. Нате вам огурцы, нате вам капусту. Ай, бля, огурец надо было. Да, огурец надо было. А, это огурец мне надо, да. Ты мне капусту подала. Так, о, есть капуста, сразу отдам. Так, чё, знаю, что капусту резать. Не успевает мастер по нарезке. На блатыкался резать. Так, на, режь помидор, режь эту. Капусту там. Я пиздец, какой я мастер резки. Ты Ивлев, да? Да, я великий, я повар великий и могучий. Вот, так, у нас еще до хера времени, кстати, между прочим. Капуста вон там, сейчас режь на следующее блюдо, понадобится. А что мы готовим-то вообще? Салат. Что, по-твоему, делают из капусты, помидоры, огурца? Жаркое. Нет, мы пока не жарим. Пока что нам не дают жарить, мы не. Так, время осталось 30 секунд. Так, сашими. Теперь готовим сырую рыбу. Так, ну мы вроде с тобой начинали уже. Ой, креветочки, вспомнила. Помнишь, креветки направо режем, да, рыбу налево. Лево. И тарелки не забывай ставить. Вон тетка стоит, которая тарелки нам подает. Ага. Поэтому надо за тарелку. Так, что нам надо? Рыба. Ай, бля, ты меня занял. Да вот надо было резать, я специально положил, потому что я был ближе. Так, хорошо, ладно, эту режь. Блин, кого? Ты на нарезке этой будешь. Ага. А я буду на нарезке рыбы. Тарелки тут ставить не забывай. Да, и нарезать тоже не забывай. Где креветка? Где креветки? Я не вижу креветки. В смысле креветки? Куда делись креветки? Я что, заставила креветки? Да, ты поставила тарелку на креветки. Так, я пока тарелки... Бля, много закапан, давай быстрее. Ай, блин. Бери, уноси. Я ее не порезала. Блин. Не, порезала. Так, тарелки. Блин. Нормально, успеваем. Тарелки тоже выставить не забудь. Потому что ты ближе. На центральный столы, да. И, бля, подходи ко мне, наверное, режь, потому что нам много рыбы надо. Я не успеваю, наверное. Ай, блин. Не уноси, их не надо. А, нет, заказ появился уже, можешь выносить. Чё, рыба? Да. Много рыбы. Тащи. Там креветки, потом можешь эти креветки делать. Блин. Да, еще креветки. Давай, бери креветку. Тоже возьму креветку.
Слушай, а как весело работать на кухне. Ага. В игре. Это да. Ну давай быстрее. Клади. А, на тарелку сначала, точно, блин. Я себя потеряла, я себя не вижу. Красненькая, я синенький. Я специально сделал призрака, чтобы я был заметный. А, тарелки. Ставь, пожалуйста, спасибо. Так, я пока тарелки расставлю. Давай, рыбу надо, рыбу, брось. А, нет, вот появился еще. Давай, 27 секунд, мы успеем. Давай, рыбу. Много рыбы надо. Блин. Дальше креветка идет. Блин. Ай, не туда. Креветка тоже тебе кину. Рыбу клади на этот, на столик. Так, блин, это рыба, это не то. Креветку надо кинуть. Нормально. 864. Мы исправили. Чё, нам чаевых даже дали? Мы 864 набрали из 300, мы вообще гении. Давай, Петюню. Блоц. Блоц, да, блин, вот у нас три. Давай чё... ты на варке. Я не понимаю, что мне делать. Бери рис. Бери рис и вари. Так. И чё дальше? Чё дальше делать? На тарелку клади. Чё-то не то. Что мне делать-то? Да, на тарелку попробуй. На тарелку не ставится? А ты не сварила? Да ставь на место. Он варит, там вон полосочка какая. Варить долго надо. А, вон. Вот, и дальше и следующий рис бери. Так, я пока заверну в нори. Так. Еще нужен этот. А, фак. И на тарелку тащи наверх на мои эти. Я не понимаю. Что я сделала? А, я поняла. Вот. Куда? Во, куда? Есть. А. На левую. Эти уже готовые. На левую? Куда на левую? Вот, тарелка там стоит. Видишь, там рыба и эти. Вот сюда, да. И теперь бери тарелку и тащи. Куда? Куда, блин? На сдачу. Вот, сдача, да. Выдача. Все, отлично, погнали. Сейчас уже сложнее. Что дальше? Давай иди на нарезку рыбы, я буду варить. Давай. Вот сюда вообще надо так завернуть. Что я сделал? Я не порезала? Да, и на тарелке выставляю. Так, я сейчас отнесу сюда. А, тарелку. Так. А что с нори делать? Да, завернуть все вот это вот. Я не понимаю, что мне делать. Заворачивай, вот, да, и погнала. Так, на тарелку. Сейчас рыбу поставлю. А ты ничего ты кинула, блин? Я не знаю, что я не понимаю. В норе заверни. В норе завернуть надо было. Уже поздно. Уже поздно? Я понял, что поздно. Так, я на варку отдал. Так, риса надо было. Ну, понятное дело, ты не тот взяла. Рис на пол! Никто не узнает! В смысле не узнает? 5 человек! Ай, блядь! Тарелку поставь! Так, что-то не то. Почему рис не могу поставить? Блин, надо... помой рис, короче, это не пизда. Рыбу резай! Бля, ужас какой! Так, надо было взять. Рис. Ой, о, готово. Я не то взяла. Так. Так, рис кладу сюда. Тарелки будем забивать, выставлять. Блять. Ну мы справились, на удивление. 420, мы набрали 500 впритык, 504. Почти впритык, конечно. Да. Видишь, оно посложнее. А, нет. А, мне надо дать огурцы. Ты должна мне огурец принести. Я тебе... Да. Вари рис. Чё-то я не... Ну, бля, где рис? Вон... А, бля, я тебе рис должен дать, ёб твою мать. На, бери рис, иди вари. Я сейчас тебе покидаю его. Так, стоп, а. Вон, по крайней. Да.
С пола подбирай! Подбирай с пола! А что я не то, я не то делаю! Так, я так понимаю, я должна тебе дать сваренный рис. Да, сваренный рис. И тарелки еще помыть. Не забывай, ты будешь тарелки еще мыть. Где тарелки? Где еще нет тарелок? Вон справа у тебя тарелки. А вот тарелки вот здесь подаются. Так, рис. Дать тебе сковороду твою. Так, это чистая тарелка. Так, мне еще нужен... А-а-а! У меня пожар! Ой! Ну что ты мне спаленные не отнесешь? Иди туши, вон туши огнетушитель. Где? Вон, вон огнетушитель стоит. Бери, туши нахер все. Да все горит, блин! Как мне? Туши давай! Мужика зачем тушишь? Пожар туши! А-а-а. Так. Сейчас. Ой, я прямо в эту в кастрюлю кидаю. У тебя вон риса целая гора на полу. А тарелки мне дай, куда мне некуда резать? Где? Тут негде его положить, эти тарелки. Блин. У меня кастрюли нету. Так, вон кастрюля, одна непомытая. Не надо, сейчас опять пожар будет. Блядь, опять пожар! У тебя огнетушитель горит! Бери огнетушитель, туши! Я не могу его взять, у меня не то берется! Три. Что, три? 23 всего, а мы даже первую звезду не набрали! Выполнено 3 заказа. Сложнее, да, уже? Ну да, чуть-чуть да. Собираемся. Давай будем делать по одному заказу, по очереди. Не будем делать все, будем делать по порядку. A few moments later. Тарелку. Ты бери этот. Мама, тарелку мне дай. Да подожди ты. Мне чуть рис опять не подпалился. Я буду на этой. Мне надо, я так понимаю, это гриль. Наверное, я тебе должна дать рыбу. Да, а что с ней сделать? Порезать, наверное. Так, еще надо рыба. А что тебе? А, тебе вот эта херня. Я тебе а даю... еще мука. Я тебе даю эту, а ты ее в гриль. Вот на плюсик туда. Это гриль. Скорее всего, какой-то. Или это шильная какая-то. Так, а я займусь мукой. Я не знаю зачем, но я буду. Я просто все в гриль пихаю. Я понял, муку. Я тебе уже дала муку. Еще мне мука надо. Ай, фак. Так, я пока займусь нарезкой. На, не знаю мяса. Зачем, но я так понимаю, я должна это тебе дать. Да. Точно мне. Наверное, я не знаю. А, стоп. Так, все, это я взял. Бля, я не понимаю, что нужно делать. Там рыба высвечивается. Я себе кинула рыбу. Спасибо, на тебе обратно эту твою. Бля, да что занято? Забери рыбу, не эту, вот эту рыбу на выдачу отдай, которая рядом с которой я. Эту брось. Да, это брось. Возьми вот эту рыбу. Да не эту рыбу, вот эту рыбу. Да не эту рыбу возьми, зачем на которую я стою. На выдачу ее выдай. Ты на выдаче. Так. Я не то делаю. Нужна тарелка. Тарелка нужна. Блядь, спасибо. Зачем кидаешься? Тебе надо в эту ее. У нас вся кухня засрана, блядь. Там мясо, там грязные тарелки. Что делать? Ну все, 11 секунд, мы проебали. Нам надо подумать, что надо тут делать. Инженер, выйти из игры. Тогда пока. А, его пере... Все, я понял. Это фарш, надо его переделать. Фух. Так, а тут кухня как бы... О, симпатичная кухня. Йоби-до-йоби. Что делать? Вот зачем рывок, чтобы в другую сторону бежать. Я так не люблю, когда... Так, Так, я займусь варкой, ты нарезай рыбу. Нет, еще. Перерез. Так, я поставил... Так, я тарелку пойду помогу. Какого хрена я ее выкинула? Я не хотела ее кидать. Верни рис. Так, сейчас рис принесу. Стой, куда понесла, постой. Поставь на место. Все, забери и вноси. Блять! В одно ремень выкинула. Ты зачем я ему выкинула? Давай, ничего, следующий рецепт такой же. Да не кидай! Я
не понимаю! Да не сдавай! Зачем? А чё у нас всё горит? Пожар туши! Потому что... Там кто пожар устроил? Я забыл! Это не я! Я понял, что не ты, туши! У нас весь рис сгорел, блядь! Ближе, ниже, ниже, давай, туши! Мама! Везде ходи, везде туши, а то они друг на друга перекидываются! Ты одно потушишь, у нас всё другое сгорит! Давай все туши, быстрее, быстрее, быстрее! Ну! Мама! Горим! Горим! Блядь! Сгорели, блядь!